Старшеклассники Невского осваивают новые профессии. В районе в 9-й раз прошла уникальная бизнес-игра. С 11 по 15 апреля учащиеся школ Невского района посещали производственные предприятия сферы легкой промышленности. Отечественные производители порадовали подростков приятным соотношением цены и качества продукции. На самом деле, с тем, что сейчас вот кризис, то покупать отечественных производителей, мне кажется, стоит. И то, что мы увидели, нас впечатлило. По итогам экскурсии каждая команда подготовила презентацию о предприятии и его товарах. 328-я школа даже устроила на сцене дефиле, продемонстрировав понравившиеся модели верхней одежды. Организаторы деловой игры уверены, такое погружение в бизнес – бесценный опыт для старшеклассников. Ведь лучшим в итоге достаются не только подарочные сертификаты, полезное руководство, но и контакты потенциальных работодателей.